Рустам Миниханов поручил проверить обоснованность повышения цен на соципотечные квартиры от ГЖФ в Салават-Кюпере. Об этом сегодня заявили в Кремле. Напомним, изменение расценок накануне анонсировал Госжилфонд. Уже к концу года дома в третьем и четвертом кварталах Салават-Кюпере сдадут за 42 500 рублей. Пока метр в этом казанском микрорайоне стоит 32 500 рублей. Безусловно, президенту республики доложили о том, что со стороны застройщиков поступила такая инициатива об увеличении стоимости. Рустам Нургалиевич дал поручение провести анализ обоснованности такого ценообразования фонду, соответственно. Но при принятии решения руководствоваться исключительно важным принципом, чтобы жилье оставалось доступным для той категории граждан, которые нуждаются в такой форме социальной поддержки.